Всем привет! С вами канал Артмани. Смотрите, на небольшой окраине есть кусочек леса. Там даже вон на балконе написано Самара. Вот она. Самара. Забудешь, в каком городе ты находишься, всегда можно прийти сюда и посмотреть. Там прям бугорок какой-то большой. Счищали, что ли? Здесь, кстати, когда-то был заборчик. И стоял маленький шалашик. Видимо, там кто-то жил в нем. Потом все убрали. Там он от забора остался немножко. Вот она, металлическая штучка. Вот. Ну, летом тут много-много-много кустов. И, кстати, очень красиво. Такой небольшой кусочек леса, по которому можно пройтись, погулять. Если, не хоть, если нету машины, куда-то выезжать. Ну, тут уже гаражи, понятное дело. Дорога. Вот, нужно будет мне сюда прийти, веточек настричь для аппликации. Потом надо было сразу взять секатор. Что-то я вообще забыла про это место напрочь. Вот, а иду я за лекарствами. Вчера я была у Лора. Снова второй раз поход. Мой второй на анализы посмотрела, прописала разные лекарства. Вот пошла в самую дешевую аптеку покупать, которые есть в нашем районе, чтобы, ну, если ехать, понятно, это будет дороже. Там дом построили новый. Опять у нас снегопад, который день, все в лицо летит. Давно так не было. Каждую зиму было все нормально всегда. Тут опять все в лицо. Там, кстати, дом достраивали мою беременность. А до этого он 20 лет простоял, долгострой. Тот, кто его строил, набрал денег. Ну, собрал денег и уехал. И он 20 лет стоял просто. Опять все в лицо. Вот тут, кстати, тоже небольшой кусочек. Не лето, а леса. Летом здесь очень-очень красиво. Тут и сирень, по-моему, где-то, и цветет все очень красиво. Мне прям очень нравится. Всем привет! С вами канал Артмани. Я сижу на диете. Смотрите, вот такой вот я ем. Две котлетки сегодня. Сегодня вот так, два яичка. Йогурт с бананчиком натуральный. И чай ромашковый. А с утра у меня был только латте. За целый день. Сегодня я сейчас кушаю. Так, ну вот я пришла домой, смотрите. Зашла в Вит, мне вот сделали кэшбэк. То, что начислилось всего лишь 34 рубля 98 копеек. Хотя мне обещали, что 60 рублей начислится вот за таких мишек. Стоят они 300 там с чем-то рублей по скидке, по акции. Зиме такие берем. Бать, что там не мишки. Не посмотрела я. Вид. Ой, дети. Детишки. А тут... А там не мишки. Блин, а я не посмотрела даже. Мишки, мишки. Ба. А там пуговки. Эх, блин, жалко как, а. Ну ладно, будут пуговки. Активные детишки. Ну ладно, еще две пачки взяла вдобавок. Я еще сказала, мишки, мишки, говорю, мне надо. А мне говорят, вот мишки, вот. Но я даже, отвлекли меня, не посмотрела. Ну ладно, в принципе, без разницы. Будут пуговки, значит. Обманула девушка, не 60. Я надеялась, что у меня за 2 будет 120. Но они были по скидке. Ну ладно, может придет потом. Так, в другой аптеке я купила аскорбинку. Хотела самую простую, самую прям дешевую, как раньше были по 5 рублей. Ну нет, тут, по-моему, 25 рублей она стоит, 10 штук со вкусом апельсина. Такие вот две. Не знаю, попробуем. Фикс прайс зашла, купила себе вот такие вот наклеечки для эпоксидной смолы. Здесь мне как раз нужны были бусинки. Вот. И как раз есть вот квадратненькие. Тут два листа. Две. Что там? Пластины. А, две пластины. И купила вот такие вот. Сула.
А я думала, сулина. Вот, я хотела просто с апельсином, но тут мульти. Короче, все вместе. Я помню, раньше такие покупала. Были вкусные, не знаю. Может быть, какие-то и другие даже. Там была еще лесная ягода и эвкалипт. Эвкалипт у меня, от него горло начинает сильно болеть. Но я такие не пробовала, я помню просто сам аромат вот этот. Вот. И также купила лекарство. Вчера я была у Лора, он мне вот назначила масло хлоролипт. Такое вот. И вот таблеточка. Тоже. Оказывается, кстати, она сказала, очень-очень много таблеток. Вот у кого с носом проблемы, их существует очень много. Я думала, что таких нету. Вот, оказывается, много. Короче, вот, вот такие у меня покупки. Конечно, я очень расстроена, что тут не посмотрела. Ну, зато они были по скидке. Какая, в принципе, разница? Надеюсь, он с ними тоже будет кушать хорошо. Ну, мы обычно сажаем Мишку и говорим, смотри, вот Мишка смотрит. Давай скорее доедай и получишь Мишку. И он скорее ест. А тут, ну, наверное, скажем, что это солнышко, да? Это больше похоже, кстати, на солнышко. Скажу, что солнышко пришло. Вот. Давай скорее кушай и потом скушаешь. Потому что сейчас ребенку 4,5, он начал кушать, конечно, гораздо-гораздо хуже, чем было раньше. Вспомните, как он кушал раньше. Да, он, то есть, прям много кушал. Ай, да. Также я хочу сразу сделать на нее обзор. Решила не делать отдельным роликом, сделаю сразу. Сейчас мы с вами ее откроем. У меня там небольшой срачевник. Какие они малюсенькие. Маленькие такие. Так, у нас здесь сколько грамм? Сейчас найдем. А, 60 грамм. 60 грамм, это значит, у нас сколько должно быть штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 штука. Так, давайте посмотрим. Ну, прям они маленькие такие. Мне кажется, раньше они были побольше все-таки. Цена, наверное, где-то 55 рублей. Не знаю, за все это я отдала 100 рублей. А, нет, 100, побольше 100 было. Такая, смотрите, она желтенькая. Небольшая, прям как пальчик мой. И давайте ее сейчас попробуем. Хорошо, кстати, она вылазит. Тут, кстати, состав. Может, что-нибудь увидите. Ну, кстати, она довольно вкусная такая. Апельсин, киви. Наверное, ананас я чувствую. Но ананас с бананом, они какие-то как будто вместе. Сладенькая. Хоть и написано без сахара, но я чувствую, что она сладкая. И, кстати, какой-то есть привкус. Такой то ли не горчинки, а вот что-то такое, что не очень приятное. Такое, как будто начинает раздражать язык, глотку. Такое вот что-то прям ядреное. Такое похоже больше как на лекарство. Как будто, знаете, как будто там добавлен лимон с имбирем, там, я не знаю, с чем-то еще. Вкусные они такие. Надеюсь, что он правильный. Надеюсь, что там состав нормальный. Надо будет найти состав, наверное, где-нибудь. Потому что тут очень прям мелко, не видно. Обычный состав читаю весь через камеру. Вот тут... А, ну вот вижу пюре сока, лимонная кислота. Слушайте, ну прям всего навалом. B12, что-то еще. Там прям состав здоровенный. Хоть и натуральный. Вроде как должен быть. Польза природы. Вот такой был. Ну вкусненький такой. Но ядреный, что-то там мешает немножко. Но вкусный. Вот такой у нас с вами был обзор, небольшая прогулочка. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Так, решила сейчас попробовать аскорбинку. Смотрите, открыла уже. Какие они узенькие. Смотрите. Такие узенькие-узенькие. Мне кажется, они больше были, пошире даже. В советские времена. Половинки там не видно. Полосочка обычная. Давайте попробуем. За 25 рублей мы уж могли пошире сделать, правда. Пробуем. Сладкое.
Похоже, кстати, по вкусу, как в детстве. Ну, вкус апельсина чуть-чуть есть. Но даже, по-моему, приторно сладкое. Хорошо жуются, съешь много. Быстро исчезает, вкусное. Но за 25 рублей могли бы и побольше сделать. Я сейчас, кстати, вспоминаю, что, по-моему, в Галамарте как-то давно я покупала аскорбинку рублей за 5. Там продается аскорбиновая кислота. Точно вот такая же за 5 рублей. Надо туда добраться и накупить их, и съесть все. Смотрите, пришли бонусы. Вот они. Кэшбэк, но видите, он до 16 февраля. Сегодня уже 11 февраля. Ролик с опозданием. Видно все мои покупки, но вот единственное, не перейдешь. То есть не нажмешь, не посмотришь, что же ты купил. Но, слава богу, они пришли. Только потратить я их не смогу, наверное. А тут он май. А кэшбэк уже все, тю-тю. Их можно, кэшбэк, ну, по всей видимости, только вот на лекарства. Допустим, вот 250, этот, вот 170, и оплачиваешь всего 164 рубля. То есть была сумма 430, а оплачиваешь меньше. Вот, и через этот сайт заказывала я вот лекарство вот это вот. Написано «принято», а в итоге оно просто, мы так и не получили его. Не получили никакой смс о том, что оно уже пришло и готово к выдаче. То есть вообще ноль. Через сайт ничего не купишь.